Всем привет, ребята, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Зуба. И сегодня у нас ивент продолжается. Да, я все-таки не ошибся, разработчики все-таки продлили ивент. И теперь у нас есть офигительный шанс нафармить еще больше трофеев. Сейчас вообще идут два очень интересных ивента, то есть у нас сейчас идет двухдневный ивент. В плане того, на третье место, то есть, в принципе, здесь никак не забудет ивент. Поэтому здесь будет очень легко набивать, будет шанс, так сказать, попасть в эти топ-5%. Я, наверное, постараюсь эти два дня очень жестко буду играть и буду стараться забрать топ-1 и получить вот такую вот штучку. Это новый персонаж, гарантированно новый персонаж, да? И очень крутой у нас идет 7-дневный ивент, недельный, так сказать, да? И за него дают тоже очень крутые штуки. Плюс в этом ивенте нужно играть только с щитами на Брюсе, потому что вам нужно убивать Брюсов, вам нужно играть на Брюсе, и, в общем, вы будете получать за это много очков. И самое крутое то, что за 5% дают вот это вот. Персонажа дают за 5% плюс 2 легендарных сундука. Я считаю, это очень крутой вариант, но не знаю, почему за 10% дают только 2 золотых, как бы разница офигеть какая в призах, но это странно. Ну, как говорится, разработчикам виднее. А мы продолжаем. Сегодня будем играть на Брюсе, конечно, даем ему 1100 рейтинга. Вообще, я собираюсь на этой неделе, да, под всем персонажам, на которых у меня нету 1000 рейтинга, 1000 рейтинга, чтобы потом в конце ивента у меня, получается, персонажи были были 1000 рейтинга, и мне за каждого персонажа дали бы 500 голды на халяву. Так, что у нас сейчас есть? У меня есть 2 золотых дропа. Забираем аптечку. И выйдем пингвина сейчас. Я подожду, пока у меня откатается ульта, и побегу на пингвина. Так, он свалил, я понял. У меня еще кофе плюс, у меня еще кофе скорее пока что, поэтому не нужно особо рассчитывать на какой-то супер дамаг. Зона у нас уходит, зона уходит туда, значит, лучше будет через лед пройти. Тут баг 11, с баком 11 я драться не буду, потому что это бред полный. Ну, давайте вот будем адекватными, да? С баком 11 драться бред полный. Мне сейчас нужно убивать Брюсов и самому, типа, кого-то убивать. Смотрите, здесь Никс, типа, да? Ну, блин, это бред. Это тупо бред, ребята. Это тупо бред, я сейчас тупо отъеду. Ну, видите, как нормальный Никс и выйдет жестко Брюса, да? Просто обычный Никс, как он отыгрывает против Брюса. Никс ушел, а у меня не контрит сейчас. Я побегу на лед. Через низ. Наверное, в кусты забегу для начала. Но, блин, эта встреча с Никсом была, конечно, блин, вообще нереально. Ну, вот видите, просто берет, стреляет и убивает. Так, мы побежим сейчас быстренько через лед. На ту территорию. Наверное, там будем... понимаю, ребят, понимаю. Че за неадекват? Он просто стоял на месте и стрелял в меня. Жесть. Ну, короче, ну почему? Где отсюда? Пингвинская морда. Давайте в кусты запрячемся. Я думаю, будет пока что лучший вариант здесь посидеть. Ой, короче, это капец. Это капец. Просто дальники тебя выносят и все. Жестко, жестко. Ну, это просто сейчас не везет с позицией, с текстурами, в плане того, что зона идет здесь. То, что сейчас меня контролят пингвины и никсы, а не какие-то там, не знаю, восьмые баки или еще кто-то. Кстати, надо было тогда, наверное, врываться на того восьмого бака и не тупить. Я бы тогда получил 10 очков, а сейчас, получается, еще никого не убил за всю игру. Ну, одного бота. И как бы эффективность нулевая. Попал все-таки, да? Выживаю немножечко, пока что. Я не буду вылазить. Блин, обидно, вот была бы у меня аптечка, я бы добил. Ну, почти практически, ребят, вот практически получилось добить. Отлично, добиваю, хиляюсь. Еще есть шанс даже победить. Пока что есть. Вот мне не нравится то, что он может копьем через текстуру бить. Вот просто это забейте. Бля, извиняюсь, ребят. Ну, просто баг 11 всех вынес. Понимаю, с легендарным дробовиком. Понимаю. Да, был у меня баг 11, я бы тоже, наверное, всех выносил, но да ладно. Первая карточка на Брюсе, хотя бы один килл я заработал, это 10 очков всего лишь.
Ой, ужасно. Представляете, вот есть те ребята, которые типа на Брюсе это не играли, да? Ну, в плане того, что вот зашли, типа, ну, в игру. Или типа сохранили этот. Почему ему упало? Вот подскажите мне, ребята, почему? Почему? В чем логика? У меня аптечка была, точнее, у меня был этот... А что они за мной гонятся, мне вот непонятно. А в чем логика, ребят? Сейчас объясняю. У меня, получается, была ситуация, что этот... как его? Что я был ближе к аптечке. У меня тоже кофе стоит. Кстати, кофеш этот. Понимаю. Понимаю, ребят. Просто понимаю. Вот так вот. Орел 12 унижает 10 блюза. Просто орел 12 шота 10 блюза. Изи, изи, изи. Да, Брюс не... Нормально, нормально, нормально. Хороший персонаж, хорош, хорош. Меня просто бомбит от него. Вот, и вот так надо бустануть. Я не знаю, как его можно бустануть, чтобы он нормально игрался. Но он просто такое... Ой, ладно, забейте. Будем сейчас что-то пытаться делать, потому что... То, что сейчас происходит, это фигня полная. Так, мне надо сейчас найти копье какое-нибудь, неважно какое. Чисто для перемещений. И погнали теперь искать ботов. Я на карту, на карте внимания не обратил, где боты были. Ну да ладно, вроде нашел, но... Вот только что копьем через бота пролетел. Игра. А, игра, игра. Эти баги никогда не отстанут, никогда не исправятся. Просто 12-й баг, ребят. Просто 12-й баг. Чтобы вы понимали. Он выехал за мной. Ну, понимаете, он выехал за мной, он больше никого не бьет. Он просто бегал за мной только что. 14-й брюс. Ну, что? Ну, вы видите, что происходит. Ну, как в это играть? Короче, нафиг этого Брюса. Что-то я сгорел на нем. Да это даже не акулка. На акулке хоть как-то можно было тащить, да? А на Брюсе это ж вообще нереально. Ну, вы просто видите, что происходит. Это трэш. Может, кого-нибудь в прайм-тайм, когда игроков много будет, еще можно на нем поиграть, но... В реальности на Брюсе сейчас играть это такой бред. То что у нас вообще контрит Брюса хорошо? Брюса, Брюса. Наверное, пингвин в фазе жестко контрит. Давайте на нем сыграем немножко. Просто у пингвинчика очень дальний урон, он может спокойно убивать Брюсов на изи вообще. Ну, конечно, не в начальной стадии игры, более лайтовой. В начальной стадии пингвину тяжело. Золотое копье. Понимаю. Понимаю. Минус золотое копье. Ой, блин, хейтеры повсюду. Нам бы лук где-то найти. Так, ну вижу каменный лук, ну, хоть что-то. Хоть что-то, так, посмотрим, где у нас противники. Ага, ничего не видно вообще. Акулу бахнем, чтобы жизнь сладкая не казалась. Ну вот как, ну вот, видели, докуда копье достало? Вы это видели вообще? Ну вот как, ну, чтобы у меня так на акуле что-то работало, да нифига подобного, понимаете? Он целится в меня, чтобы, короче, забейте. Какой трэш в этой игре происходит, это просто нереально. Почему челику повезло попасть в тайминг? Хотя я уже был давно в воде, я уже в воде был в этот момент, когда он меня продамажил, но... У меня нет слов. Просто нет слов по поводу этой игры и по поводу того, какой... Рандом и всего такого. Иди отсюда. У меня просто нет слов, ребят. Серьезно, просто нет слов. Меня сейчас раздамажат. Ну, я просто две гранаты бахнули одновременно, понимаете? Ибо нефиг, Ник, серьезно, ибо нефиг. Пришел тут, выделывался. И получил, так сказать. Что ты будешь делать? Нормально, да, ребят, нормально. Вот посмотрите, как Брюс страдает от пингвина. Это вообще адекватно так, когда происходит? Я думаю, нет. А вы как считаете? Блин, не попал. Ну куда ты убегаешь, Брюс? Ну зачем? Ну зачем ты убегаешь, Брюс? Ты же не убежишь, ты это понимаешь, прекрасно. Но зачем убегать? Он сейчас просто умрет от какого-нибудь другого челика.
Ой, ну вы понимаете, ну просто, ну... А, короче, забейте, ладно. Понимаю, просто... Какого, блин... Ну вот... Ну, мне нет слов. У меня опять нет слов, это просто... Забейте. Сейчас такой трэш в рандоме творится. Я представляю, как будем этот ивент проходить. Это будет жестко. Это будет самый жесткий, наверное, ивент, который вообще был. Потому что даже дело не в брюсах, дело в том, что... Посмотрите, что происходит на карте. Чисто ник 6 уровня. На мана. На мана. На 1000 рейтинга играет. Паренек жесткий, да? Бака немножко подотачил. Забираем лук. Обойдешься! Промахнулся, конечно, немножко это. Я хочу сейчас забрать и этот. Сейчас я умру от ботов, чекайте, ребят. Или от бака. Конечно, Никс. Забейте, ребят. Сейчас будем убивать этих двух челиков и забирать с них дроп. Ну, потому что они тупо взяли и все мои три аптечки забрали. Бак вообще офигел. Иди отсюда. Блин, это я сейчас ошибся очень сильно. Ну ладно, пофиг. Ну вот как? Просто, ребята, вот, ну так... Не, меня сильно бомбит. Меня жестко бомбит, я не могу. Я не могу в эту игру играть. Да дело даже не в том, что я там этим луком на автоатаке стрелял. Дело в том, что вот этот, когда я тогда отъезжал, Никс меня, видели, как откинул? Насколько ему повезло с этим откидыванием? Насколько? Вот мне... Даже слов нету по поводу того, насколько ему повезло. О, боже мой, да ём, мне еще ульта забагалась. Ну конечно. Просто нет слов. Вот просто сейчас нету таких. Никаких слов мне сейчас нету. Ой. Наверное, надо этот. О чем-нибудь другом сыграть. Только на чем? Давайте разок на Никсе последнюю карточку сыграем. Надо будет, наверное, немножко передышку сделать, потому что... Фух, когда так бомбит, тогда надо отдыхать этим. Оно прям бомбит конкретно. Ну, конечно. Нет слов. Ну, брютик 12 уровня. Вот реально... Мне брюсы нормального уровня не встречаются. Вот. Хотя вот 10-й попался. Вот как он мне продамажил? Ну как он знал, что я в эту секунду вылезу? Что за логика? Откуда она вообще берется? Я не понимаю. Вот просто... Ну хоть убейте, ну что за бред происходит? Когда у него кофе закончится? Ну бас на брюсе, просто ну бас. О боже, да ну ладно, серьезно. Чё, кофе закончилось, да? А, все, пой. И сейчас меня кто-то заберет брюса, чекайте. А нет, у него еще есть аптечка от бота. И тут Луи приходит. Кстати, брюс меня каким-то фигом продамажил, если что, ребят. Ну все, он сейчас уйдет под эту. Нет, не ушел. А че он не ушел? Что за логика? Странный брюс. Ну блин, если бы нет... А, короче, забейте. Он так мне иногда рандомно продамаживал. Я сейчас, наверное, не смогу жирафу ничего сделать. Ну, потому что у меня просто... Забейте.
Минус я, короче, отъехал, все. Нет, все, живу, живу. Мансим, живем. Ну, вот как? Ну вот, да вы видели, ну опять этот бред с этим. А, как? Мне просто бомбит, мне. Нет слов. Я уже давно отпрыгнул, он меня добивает каким-то образом. Но он же не двигается. Нельзя управлять пулеметом на хамелеоне, как и на льве вообще. И тут бац, оказывается, можно. Ой, короче, нет слова, ребят. Ладно, на этом все. Что я могу сказать? Не. Блин, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не бомбите, как я бомбил. Терпения вам побольше. Всего такого, короче. Все. Всем пока-пока.